Здравствуйте! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Доступное медицинское обслуживание в современной медицинской клинике. Консультация узких специалистов. Гинекология, онкология, ортодонтия и стоматология, УЗИ, медицинские анализы, процедурный кабинет. Записывайтесь по телефону 30350. С 18 по 19 февраля в Доме быта ретро состоится грандиозная выставка продажи шуб, шапок из меха норки, бобра и мутона от ведущих фабрик Ставропольского края «София» и «Мишель». Новая коллекция 2019 года. Широкий размерный ряд. Скидки, кредит, рассрочка платежа. Акция «Принеси старую шубу, куртку или дубленку и получи скидку на новую покупку». И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди вас ждет прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – фирма «Профмастер». Магазин «Профмастер» приглашает на большую распродажу. Весь февраль на весь ассортимент межкомнатных дверей скидка до 30%. Также представлен огромный выбор обоев, межкомнатных дверей, ламината и много мебели. Магазин «Профмастер» – ждем вас за покупками. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 17 февраля, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег. Ветер южный умеренный, днем сильный. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 13, минус 15, а завтра днем минус 8, минус 10. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще 6 радиостанций разных направлений с вещанием на весь Печорский район. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Виктория Енеева. Всего доброго, до свидания.